На ней столкнулись учебная машина и мотоцикл. Между водителями транспортных средств возник нешуточный спор. Авария происходит на Нейбута 78. Недалеко от перекрестка происходит редкая встреча. Honda Forza и Deo Gentra. Ехали сверху с учеником. Поворачивали налево для разворота. Произошло столкновение с мотоциклистом, который ехал следом за нами. По мнению инструктора, они с ученицей все делали правильно, согласно правилам. Рулевой Honda Forza выдвигает свою версию. Я двигался прямо. Пытался избежать столкновения с автомобилем, но не совсем до конца получилось выполнить маневр. Вину участники ДТП не признают, каждый уверен в своей правоте. Повреждения транспортных средств несерьезные, у седана переднее крыло и водительская дверь, а вот мотоцикл из-за подбитой правой стороны вообще не на ходу. Мотоцикл покинет место ДТП в кузове эвакуатора. Страховая компания покроет причиненный ущерб потерпевшей стороне, которую установят сотрудники ГАИ. Если виновным признают водителя учебки, то для инструктора может все закончиться печально. Он может потерять работу. Больше всего в этой истории не повезло мотоциклу. На нем хозяин ездил 2 года, а сейчас байк придется чинить. А детали его стоят дорого, и не везде их можно найти.